И мы стараемся то, что нам близко, вот эти песни фольклорные, мы берем, обрабатываем в какой-то вот своей, делаем свою какую-то обработку, аранжировку, и стараемся, чтобы это было вот именно обрело свежую какую-то вот вид, взгляд именно наш. Много грузинской истории сегодня не представлена, к сожалению, но тем не менее все равно будет очень много каких-то приятных, я надеюсь, неожиданностей для вас. «Не уходи, побудь со мной», так называется роман следующий. Огневою и обожгу.